решил. Отстрелялись. Арыщу! Арыщу ты. Блин. Арыщу ты. Арыщу ты. Ай, мама. Арыщу ты. Арыщу ты. Вот так вот. Ну вот, это с прошлого помета от тайги кобелек. Кличка его Гром. Выставлялся он на, скажем так, на выводку. Оценка экстерьера у него отличная, рослый, здоровый кобель. На дипломы пока он не выставлялся, но охотничий сезон закончится, поедем, обязательно выставим его на кабана. Вот, ну, кобелек, скажем так, вязкий, вот, работает, сам ищет. Ему сейчас 2 года, сам ищет с подъема, может работать день в паре, может работать сутки. Вот такой вот получился кобелек. Но что его мать, тайга, хотелось бы еще добавить, что диплом она имеет, оценка экстерьера отлично имеет, ходила на областных витебских выставки областной витебской, ходила первая в ринге, получила оценку отлично, дипломов она имеет 3 кабан, 3 кровяной след. Ну, что касается всех этих дипломов, то... Не выставляем мы собак этих, не возим. Вот. Собаки показывают результат в лесу. А это вольер, скажем так, это уже спорт. А мы спортсмены в другом направлении. Мы добываем вот это с прошлого помета кобелек. А что с этого помета, будем смотреть дальше.